Как определить, какого размера ваше изображение в Photoshop? Во-первых, вы всегда это можете посмотреть вот здесь, изображение, размер холста, то есть размер, на котором у вас расположен ваше изображение. И здесь вот мы видим в миллиметрах, можем посмотреть в пикселах, в дюймах, в сантиметрах, в зависимости от того, какие единицы измерения вам нужны. Видите, оно у меня сейчас очень крупное, 94 сантиметра на 127. Это изображение хорошего качества, которое вполне можно использовать, например, для принтов на футболке. Точно так же можно посмотреть размер изображения. Есть размер холста, есть размер изображения. И здесь его можно поменять, изменив, например, количество пикселей на дюйм, это разрешение, или же поменяв на другую пропорцию. Если вы нажимаете или отжимаете вот эту вот цепочку, то у вас происходит либо пропорциональная, либо апропорциональная коррекция вашего изображения. Нажимаем ОК, и изображение стало меньше, его физический размер уменьшился. Теперь, когда вы будете на него смотреть, оно у вас будет выглядеть по-другому. Но вот даже сейчас визуально понятно, что оно стало меньше и стало немножко так размываться по краям. Пробуйте, используйте.